Каждый год сотни судов заканчивают свое существование на побережьях разных стран мира. Утилизация судов опасна для людей и представляет угрозу для окружающей среды. Однако для жителей многих регионов она остается единственным источником средств существования. Как сделать этот процесс безопаснее и сохранить его экономическую привлекательность? Ученые ищут ответ в передаче «Футурис» на этой неделе.